мыслящая деятельность, творческая деятельность является основой нашей именно профессиональной деятельности. Все наши результаты, наши достижения в этом плане – это основа успешной нашей преподавательской работы. Наши студенты впитывают наш опыт, который мы получаем на тренинге. Спасибо всем тем людям, тем замечательным нашим коллегам, которые могут нам вот так представить себя, представить красоту, которая нас окружает, а иногда мы ее просто не замечаем в этой суете бытия, а вот она вот такая, как есть.